Доброе утро. О событиях на Южном Урале в программе «Вести Магнитогорск». В студии Анастасия Шменева. В Челябинской области принята концепция развития здравоохранения на ближайшие 5 лет. Программа направлена на улучшение здоровья людей и повышение качества медицинской помощи. Таким образом, готовится база для постепенной замены административных методов управления экономическими. Объемы финансирования здравоохранения будут зависеть от востребованности услуг врачей. Впервые при аттестации лечебных учреждений будут учитывать мнение населения. 1,5 миллиона гектаров намерены засеять текущей весной яровыми культурами южноуральские селяне. На посевную кампанию из областного бюджета выделено 400 миллионов рублей. Однако далеко не все предприятия готовы к посевной. Аграрии вяло занимаются влагозадержанием. Поэтому выпавшая за последнее время двухмесячная норма осадков может уйти во овраги, а не в землю. Для посева также не хватает 23 тысячи тонн семян. В результате вместо 20-30 центнеров с гектара по плану сельхозпроизводители могут получить не больше 9-11. А у заядлых рыбаков еще в разгаре зимний сезон. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Бурцев уже 60 лет увлекается этим занятием и считает, что секрет долголетия в активном образе жизни. Каждое утро Николай Бурцев выходит на ледяную гладь Урала. С товарищем облюбовали это место и рады. За день здесь можно наловить до 3 килограммов окуня. Не крупного, но вялить или на уху пойдет. Ловят на мотыль с 5-метровой глубины. Опыт Николая Григорьевича подсказывает, в это время года стая именно там. На лед выходить пока не страшно. Толщина почти метр. Правда, последний снегопад рыбакам навредил. Ручьи стекают прямо на лед. Получается слоеный пирог. Вода, лед, вода, снег. Но до настоящих вешних вод еще далеко. Одна иголочка сплывет, другая иголочка сплывет. В это время надо уже осторожным быть. И когда идешь, лед начинает шипеть. Раз лед шипит, это говорит о том, что он уже насыщен влагой, и что буквально через день-два он и лягет на дно. Рыба – добыча чуткая, реагирует главным образом на погоду. При резких переменах на лед можно не выходить. Рыба устойчиво ловится тогда, когда несколько дней стоит одно определенное давление, направление ветра. При восточном ветре лучше не ходить на рыбалку, потому что это самый неблагоприятный ветер. Одежда для такого увлечения тоже особенная, многослойная. При минус 10 может помочь палатка. А если столбик термометра опустится ниже, Николай Григорьевич старается не рыбачить. Тогда и любимое увлечение не в радость. За 60 лет рыбацкого стажа Николай Бурцев узнал о любимом деле все. И все же рыбу, говорит, до конца понять невозможно. Отсюда и интерес. Евгения Кузнецова, Светлана Семеркина, Алексей Гондаренко. Вести, Магнитогорск. А ситуация на финансовых рынках. Курс доллара за прошедшие сутки понизился на 3 копейки. И сегодня он составляет 27 рублей 46 копеек. Официальный курс евро 36 рублей 82 копейки. По сравнению с предыдущим значением, его курс повысился на 16 копеек. На финансовом рынке доллар по-прежнему значительно уступает евро, курс которого колеблется в районе 1 доллара 34 центов. Индекс российской торговой системы понизился до 677,12 пункта. Снегопад в Магнитогорске продлится до 25 марта. Такой прогноз делают синоптики. В воскресенье возможен дождь, а в понедельник сильное понижение температуры. Руководители коммунальных служб провели экстренное совещание. Вся снегоуборочная техника была выведена на улицы города. А сотрудники госавтоинспекции просят автолюбителей воздержаться от поездок на личном транспорте. Какие сюрпризы готовит нам погода сегодня, вы узнаете через несколько секунд. Оставайтесь на телеканале «Россия». Всего хорошего, удачного дня. Сегодня в Першем Пенуазе синоптики прогнозируют снег до 6 градусов мороза. В Кизильском районе минус 3, минус 5. В Верхнеуральске столбик термометра опустится до минус 7. В Новоабзаково 5-7 градусов мороза. В Магнитогорске облачно с прояснениями, мокрый снег, гололед, снежные заносы. Минус 4, минус 6.